15 тысяч жителей региона сегодня работают на железной дороге. Регулярно растут объемы грузоперевозок филиала и, соответственно, поступления в региональный бюджет. Внедряются информационные сервисы, обновляется подвижной состав. Один из приоритетов компании – клиентоориентированность. Сегодня нам важно не столько, сколько мы отправили тонн груза или сколько перевезли пассажиров, а важно, как мы это сделали и насколько удовлетворен наш клиент, грузоотправитель, грузополучатель, в том числе, конечно, и пассажир. Аплодисменты нашему атлету, великому человеку, просто чемпиону мира. Интерактивная молодежная площадка и показательные выступления профессиональных скейтбордистов. Мини-турнир по футболу, конкурсы, состязания и игры с призами за победу. Весь праздник железнодорожников был ориентирован на семейный отдых. Поддержка семьи – один из приоритетов компании. Да, это является приоритетом нашей компании. Не потому, что мы разделяем семейные ценности только, мы их разделяем, но еще и потому, что мы считаем, что это наша задача ориентировать, дать возможность детям, уже детям, ориентироваться в этой жизни и выбирать ту профессию, которая востребована в обществе. Семейные приоритеты компании глубоко симпатичны руководству региона. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на открытии фотовыставки «Мы семья». Федеральный проект фонда Андрея Первозванова смогут увидеть все желающие. Альбом российских многодетных семей пополнили фотографии жителей Самарской области. 36 фотографий. 36 представила Самарская область. И люди наши будут не только смотреть все, что делается в стране, но и видеть себя, видеть своих друзей, может быть, видеть своих знакомых. И это еще раз будет, ну, настраивать наших людей на то, что полноценная семья, дети – это главное нам в нашей жизни. В тот же день Николай Меркушкин и Владимир Яконин подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время нас ждет строительство скоростной железной дороги Самара-Курома-Тольятти и пуск двухэтажных поездов до Москвы. К вечеру на площади Куйбышева стало значительно многолюднее. К празднику самарских железнодорожников присоединился весь город. На десерт организаторы подготовили большой концерт звезд российской эстрады и яркое пиротехническое шоу. Инесса Панченко, Константин Головин. События.